Вот это попадалово, надо срочно ехать в институт. А если я до завтра не успею подготовиться? Задница, капец, трындец, Геф. О, Геф. Вот же, Гернал, стой. Ты с какой комнаты? 504. Ага, все, иди. 504 комната. Геф, здорово, а что ты делаешь? Веду отчет, сколько симпатичных джаггернаутов на 5-м этаже. Прикольно, а у меня проблема. А если быть точнее, то у нас проблема. Какая? Экзамен по истории. И что, там же будет Виктория Степановна, она нам по-любому закроет. В этом-то и прикол, она сегодня написала старости, что еще на больничном. И угадай, кто ее будет заменять? Джаггернаут Анастасия Викторовна? В точку. Тогда согласен, надо что-то думать. Вот-вот. Только это, надо подкрепиться, а то мне на голодный желудок плохо думается. Ну, погнали ко мне, у меня как раз на днях была передачка. А фирменные котлеты твоей бабушки есть? Конечно, есть. Так с этого и надо было начинать. Пойдем. Погнали. Ну так а что мне делать? Ну, можешь принести мне еще кетчуп. Ага, сейчас. Стоп. Я вообще-то про Анастасию Викторовну спрашивал. А, за Анастасию Викторовну? Ну, мне кажется, тебе нужно как-то ее к себе расположить. Например, подарить цветы. Ты уверен, что это хорошая идея? Я уверен, что это отличная идея. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Это вам. Ой, ромашки, мои любимые. Это так мило с вашей стороны, Когут. А я могу тянуть билет? Когут, какой билет? За такой красивый поступок я вам экзамен автоматом поставлю. А вот моя зачетка. И все? Не знаю, что-то как-то просто. Тебе не кажется? А если все пойдет не так? А как? Ну, например. За такой красивый поступок я вам экзамен автоматом поставлю. Правда? Ага, сейчас. Я ж такая наивная дурочка, что взяла от букетика и растаяла. Забирайте свой букет и вон из аудитории. Не, ну ты сейчас преувеличиваешь. Это я еще не преувеличивал. Если бы я хотел преувеличить, я бы сказал, что все будет вот так. Это вам. Это что, ромашки? Уберите, у меня на них аллергия. Ладно, согласен, вариант с цветами не зашел. А вот огурцы хорошо заходят. Блин, теперь и я есть захотел. Ладно, пойду себе тоже что-то возьму. Так, что я хочу взять? Ты чего? По моей ноге пробежала крыса. Огромная черная крыса. Какая еще крыса? Да вон под стулом сидит. Что? Да это не крыса, это котенок соседа. Попросил присмотреть, пока он на пару дней к родителям съездит. Но швабру все равно далеко не прячь. Так, ну что дальше будем делать? Что делать? Нужно сливать его по-быстрому. Кидал он пахнет конкретным. Не понял. Что ты не понял? Сегодня он к родакам поехал, завтра к девушке, а послезавтра этот черный крысеныш уже у тебя живет. Геф, ты что, аут? Я за Анастасию Викторовну тебя спрашивал. А, про Анастасию Викторовну? Ну слушай, если вариант с цветами не прокатил, то нужно играть по-взрослому. Это как? Ну смотри. Она входит в аудиторию и видит дорожку из лепестков роз, которая ведет к тебе, испанскому мачо Николя. Анастасия, ми амор, я вас ждал. Включается музыка, и вы сливаетесь в ритме танца. Ну и в итоге ты покоряешь ее своим танцем и очаровываешь ее. Какой еще испанский мачо Николя? Ты что, хочешь, чтобы я свою кринж? Какой кринж? Нормальный варик. Ну, если это нормальный варик, тогда ты будешь испанским мачо. А я не могу. Почему? Так я это... Я и так уже хач. Где ты вообще видел испанских хачей? Сомнительная отмаза. Ну ладно, а если на кафедру зайдет кто-то другой? Например, Светлана Анатольевна. Когут? И что? Придержимся плана. Ты очаровываешь ее, и вы сливаетесь в ритме танца. И зачем? Что значит зачем? В следующем семестре не придется закрывать социологию. Нет, это фигня какая-то. Я не хочу в этом участвовать. Думай дальше. Ну ладно. Че, ты уже котлеты начал хавать? Ну а че, думать же надо еще. Думай быстрее, а то я так вообще без хавчика останусь. Слушай, а что если... Николай Когут – ваш лучший студент. Он отлично знает историю. И прямо сейчас вы поставите ему экзамен автоматом. Опа. О, мача. Геф, ты чё, дебил? Какой ещё гипноз? Чё, между прочим, мне так бабка деда пить отучила. Правда, на 2 дня. И то потому, что в закрытом подвале держала. Но всё же. Да нет, это фигня какая-то. Ладно, если по-хорошему не работает, будем действовать по-плохому. В смысле? Смотри. Я вырываю у нее сумочку из рук и убегаю. Она начинает звать на помощь. Кто-нибудь помогите!
И тут ты такой. Я верну вашу сумку. Ты бежишь за мной, и за углом мы разыграем максимально правдоподобный концерт. Ну, на который, конечно же, она поведется. Все, простите. Ну, а потом ты как герой возвращаешь ей сумку. Это ваша сумка? Когут, вы мой супергерой. Теперь автомат на экзамене ваш, как и мое сердце. А? Ну, не знаю, учитывая наш предыдущий опыт с Екатериной Павловной, все может пойти по другому сценарию. Подожди, а тут что может пойти не так? Ну... Коля, помоги! Да, да, мы тебя неправильно поняли! Господи! Иди на звук! Ты чего? Меня твой крысеныш укусил! Не крысеныш, а кот! А ведет себя как крысеныш! Не слушай его, молодец! Когда ты успел себе сделать чай? И ты что, взял мои эклеры? Ну что, у меня мысли не идут, и я нервничаю. А когда я нервничаю, мне нужно сладенькое. Блин, опять под шкаф залез. А ты переставай жрать и давай включай мозг. Тебе, между прочим, это тоже нужно. А ты не дави на меня. Между прочим, я с Анастасией Викторовной отношения портил. Поэтому это только тебе нужно. Ах, вот как ты заговорил. Ты еще скажи, что сюда пришел чисто пожрать и только делаешь вид, что мне помогаешь. Да заткнись ты уже, задолбал! Подожди-ка, а это идея? Что еще за идея? Будь готов в 23:00. Встречаемся возле дома Анастасии Викторовны. Адрес смс-кой скину. Я пошел. Да стой, может объяснишь хотя бы что-то? Это я возьму с собой. Мяу! 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 А ну пошли вон, коты паршивые! Во! Вот так вот еще часа 4, и завтра она экзамен точно проспит. Мяу! У нас проблемы. Какая? Тогда нужно играть по-серьезному. Это как вообще? То есть по-взрослому. Давай. Нет, накидывай. Умирай. Просто смеха раньше, чем это. И раз. Поехали. Раз, два, три. Голова. Развернулись. Раз, два, три. Наберет. Тан-тан. Когут, вы мой супергерой. Теперь автомат на экзамене, как и я. Ладно, именно шакал.